дорога наша, летуемся, мы открывать чучела. Сейчас мы будем с Алей открывать чучела. Да. Давай мы будем открывать коробочку, да? Она, в принципе, не заклеена, Саля. Сейчас мы так откроем. Чучелам. Вот, наконец-то мы ее достали. Ой, еще такая. Что там, Саля, у тебя? Чучелам. А, еще картонка у нее есть, да? Да. Давай мы с тобой отвяжем. Вот такая чучелам у нас сейчас будет. Вот такая классная у нас чучела. Смотри, какие у нее бантики, юбочка, да? Держи, да. Салли. Давай мне сумочку, я посмотрю сумочку тоже. Вот такая прикольная сумочка. Она мягкая. Сумочка очень классная. Она на липучке тут, да? Убежала. Она застегивается. Убежала. Убежала чучела? Да. Да. Куда она убежала, Салли? Туда, море плавать. На море плавать? Да. Вот это чучела балованная наша собачка. Да, в сумку ушла. Да, ушла, да. В сумочку. Вот так Салли ее одела. Хорошая собачка, да, Салли? Да. Еще она идет домой ушла. Пришла домой к Салли. Что она будет делать у тебя дома? Она будет кусать. Кусать? Нет, она будет идти со мной по грамму. А в садик ты ее будешь с собой брать? Да. Да, она будет с тобой спать в садике тоже, да? Нет, я не слышу, что садик, а я пойду работать. А ты отнесешь ее в садик и пойдешь на работу? Да. Да? А какая ты мама? Итак, Салли решила покормить чучелов. А чем мы ее будем кормить, Сусу? Кормом. Кормом? Да. А каким кормом? Розовым. Розовым? Да. У нас есть розовый корм? Да. Ну, во всяком случае, у нас есть какая-то тарелочка. Можешь ей дать вот такую, да, тарелочку? Корм. Держи, пусть она из нее попьет водичку, покушает, да? Корма. Водичка. Ням-ням-ням-ням-ням, чучела пьет водичку. Доела. Доела так быстро? Да. А теперь идет она пожрет чучела Гаггис, а я иду на работу. Саля, ну давай посмотрим, можно снять одежду с чучелов? Можно ее переодеть? Да. Да, расстегивается у нее платьичко, да? И симметрия. А ну покажи мне, как мы ее можем раздеть. Давай посмотрим. Не получается? Нет. У нее сейчас ошейник. Ошейник точно можно снять. Дай посмотрю, пожалуйста. Вот у нашей чучела есть вот тут такой ошейник на липучке. Видишь, он легко снимается. Да. Так, оденем пока ей ошейник. Пока не надо переодеть. Я несу чучела Гаггис, а я пойду на работу. Надо будет сходить в магазин и купить чичилав еще одежды, да? Да. Наверное, чичилав любит играть в воздушные шарики. Давай, да? И я пойду в магазин. Наша чичилав балуется воздушными шариками, да? Да. Она умеет прыгать по шарикам? А ну покажи нам сверху. Бумс! Улетел! Бумс! Улетел! Бумс! Улетел! Все шарики улетели. Бумс! А вон еще сзади тебя оранжевый. Да. Еще надо будет покупать, наверное, чичилав. А? Покупать чичилав надо? Да. Я придумала, чем можно покормить чичилав. Знаешь, чем? Шариками арбиз. Вот. Да? Я шарики арбиза. Вот так мы насыпали ей шарики арбиза. Да, чичилав будет кушать. Не, в мисочку насыпай. Она из мисочки будет кушать. Мисочки. Собачки ж кушают из мисочки. Да? А я пишу водочку. Ложечкой она будет кушать? Да. Она маленькая собачка? Да. Ну, давай с ложечки ее покормим. Маленькая собачка наша. Ням-ням-ням, чичилав, да? Это вот туда? Вкусные шарики? Да. Да? Да, чичилав очень понравится. И приятного аппетита!
Ням-ням-ням кушает. Очень вкусно. Варенье. Теперь наша Чичилав покушала, наелась и будет спать. А где она будет спать, Саля? В сумке. В сумке будет спать? Да. Вот так ты будешь делать свои дела и ходить с ней, она будет спать, да? Да. Спи, маленькая Чичила. Чичила будет спать. Пока-пока. Пока-пока.